Министерство экономического развития России сообщило, что в стране в настоящее время не обсуждают возможность введения каких-либо новых налогов. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается, заявили в министерстве. В пресс-службе также рассказали, что опубликованная версия проекта плана, в котором содержится предложение о введении единого оборотного налога, будет в дальнейшем пересмотрена. Все предложения, включенные в план, являются позицией заявителя и не являются официальной позицией Минэкономразвития России, уточнили в мэр. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о проведении налогового маневра в ИТ-отрасли. Ранее СМИ обратили внимание, что на портале нормативных и правовых актов появился документ, в котором предлагалось ввести единый оборотный налог в размере 6,2%, который бы заменил НДС, НДФЛ, налог на прибыль, страховые взносы в фонды и налог на имущество. В текущей редакции такого положения нет.